За что задержаны? Задержаны за что? Да. Я отказываюсь. Откуда, куда ехали? Ехал на сестры. Ну, с какого населенного пункта, куда? Молодой человек. Отказываюсь. При себе что-либо запрещенное было? Не было, при мне вообще ничего не было. Мне подкинули, изначально меня прошмонали, а потом уже говорят, пойдем еще раз тебя шмонать. И второй раз, когда шмонали, они мне говорят, вот он у тебя груз какой-то. Я трусы снимаю, они мне говорят, в трусах у меня нету. Потом в итоге штанину он вот тут-то достает его. Че, это нормально, что ли? Наркотические средства когда-либо употребляли? Я никогда не употреблял наркотические средства. Я ехал, выпивший человек, ну я приклёк сзади, прикумарило меня, что я приспавший человек. И сразу потянули сюда. Я знаю, что у меня ничего не было. И как так, я вообще понять не могу. Ранее задерживались? Нет, ранее не задерживался. Никогда я по 228. А судимы были? Судим был, да. По какой статье? По воровайкам. Когда уже раздеваюсь... И он мне говорит, что-то у тебя в трусах есть. Я трусы снимаю, у меня в трусах ничего не было. Потом говорит, в гаче у тебя, из гачи мне достает. Что, так все было? Все так и было. А что было-то? Я не знаю, что было. Я вообще даже не знаю, что-то черное что-то было. То ли телефон, то ли что. А давно этим балуюсь? Я этим вообще не балуюсь. Ни разу, да? Вообще не балуюсь. А для чего, для продажи везли? Кого? Я вообще ничего не вез. Откуда выдернули вас? Как? На откуда? Машине, пешком? С машины. Наличные, да, двигались? Ну, это, маршрутки. А, на маршрутке? Да. Откуда ехали? С Константиновки. Угу, понятно. А купили где? Кого я? Нигде ничего не покупал, у меня вообще ничего не было. Вы что мне подводите? Вы что делаете? Вы что творите? Сегодня был остановлен рейсовый автобус Константиновка, Благовещенск. Внимание привлек данный молодой человек, который передвигался в нем в качестве пассажира. В ходе личного досмотра у него в трусах одетых у него был обнаружен сверток, обмотанный изолентой. Все данные изъяли, направили в лабораторию. Данного гражданина достали на дел полиции. Так как гражданин во время изъятия оказывал не сопротивление, не повиновение, к нему была применена физическая сила и спецвещества, наручники для преодоления противодействия, для того, чтобы не нанес себе увечья, доставление в отдел полиции.